С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в виде обзоре мини-компрессор для аэрографа. Модель AS186 Fengda. Еще есть модель AS186S. Это с функцией термозащиты. Там установлен вентилятор. У нас видеомодель просто 186. Начнем мы с технических характеристик данного компрессора. Вес составляет 5 кг. Длина шнура питания составляет 1,9 метра. Есть фильтр с регулировкой давления, также манометр. Так, далее, ресивер у нас на 3 литра. Производительность компрессора 20-23 литра в минуту составляет. Что еще? Есть функция сброса давления аварийная. Далее мы включим компрессор, покажем вам. И снизу на ресивере клапан сброса конденсата воды с ресивера. Компрессор устанавливается на стол или где вы установите, на вот таких вот резиновых накладках, резиновых ножках. Исключает вибрацию. И ручка также для переноски слаживается. Так, упаковочная коробка. Вот она. Мини-компрессор. Поршневой безмасляный компрессор. Поршневой безмасляный. Характеристики, которые указывает производитель. С обратной стороны. Производитель данного компрессора Китай. И также инструкция пользователя. Здесь она на русском языке. То есть подключение, возможные неисправности, характеристики. И также комплектация компрессора. Компрессор идет без шланга. Шланг нужно будет докупать отдельно. Так, и пробуем подключить. Подсоединяем шланг, уже стандартное резьбовое соединение. Аэрограф у нас модель BD-135. Заявляет производитель, что до 4 атмосфер он набирает за 2 минуты, то есть полный ресивер. Пробуем. Очень тихо работает. Вибраций совершенно нет. Единственное, небольшие вибрации, когда он заполняет уже полностью ресивер, там есть, ну там еле-еле. Гарантия на данный компрессор составляет 1 год. Давление вы можете выставить, крутя, поднимаете вверх на фильтре регулировку и регулируете вправо-влево. Выставляете нужную атмосферу. Ну, обычно выставляет до 2 атмосфер. Сейчас он заполняет ресивер. Вот сейчас он работает, и он не горячий. Все, он достиг 4 атмосфер. Здесь мы можем сейчас выставить нужное нам давление. Покажу вам поближе. Сейчас он 2 атмосферы работает. Или выставить больше. Откручиваем. Посмотрим, насколько он до 3 должен дойти и включиться. Вот.
Так, теперь у нас вот аварийный клапан сброса давления. Вот такой вот компрессор для аэрографа. Кстати, очень популярная модель. И напоминаем за подписку на канал, за оставленный комментарий в нашем магазине. Мы делаем дополнительную скидку при заказе вам. Спасибо за просмотр видеообзора. Кому понравилось видео или помогло вам с выбором компрессора, ставьте лайк. Спасибо, до свидания.